Может ли здесь быть логово древнего чудовища размером с человека? Мы можем проверить здесь дно? Хочу забросить приманку и изучить это место. Воспользуюсь поппером. Это плавающая приманка. Она делает шлепки по поверхности и создает колебания, которые чувствует рыба, засевшая на глубине в пару метров. Чудовище видели около берега. Водоросли и поваленные деревья дают хорошее укрытие. Это отличное место для засадных хищников, поджидающих свою добычу. Поклевка. Хорошая. Сейчас. Нужен подсак? Да. Я возьму ее. Взял? Да. Вот так. Хорошая рыба. Схватила на поверхности. Славная рыба. Большерот и бас. Классический засадный хищник. Он ждет добычу, скрываясь среди водорослей. Движение и удар нападает, не задумываясь. Сообщения о каймане описывают бледное, мерцающее тело. Бас не подходит, он слишком темный. И есть еще одно отличие. Я ищу нечто определенно крупнее, чем это. Большеротый бас вырастает всего до полуметра в длину. Намного меньше, чем то существо размером с человека. Я ловлю еще несколько часов, но поклевок больше нет.